We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. We still have for you a cultural show. In a moment, a great artist will perform especially for you. Their guests, their... Еще с несколькими слов, с нескольким мы хотим к вам обратиться. Сейчас перед вами выступит замечательный артист на церемонии открытия EGF 2021. Это будет артист, пианист, менеджер, но также и предприниматель, и оратор. Он начал учиться игре на рояле в возрасте 14 лет, а незадолго он победил на первом музыкальном конкурсе. Когда ему было 16 лет, он выступал уже в Париже. Переломный момент — 2010 год, когда он выступил на самом престижном конкурсе пианистов в мире, а именно на международном конкурсе пианистов имени Фредерика Шопена. Он выступал в Европе, Азии, обеих Америках, в самых престижных концерт-залах мира. А недавно вместе с супругой они создали специальную премию. Он сегодня с нами в Катовице и сыграет для нас три произведения. Это будет произведение Войцеха Киллера, это будет полонез ас минор, а кроме того, он расскажет нам, насколько важно обучение музыке, музыкальное образование для нас всех, кто живем в мире технологий и искусственного интеллекта. Встречайте аплодисментами перед нами Ингольф Вундер. Ингольф Вундер. Thank you.
Thank you very much. It's my huge pleasure to be here today in Poland at the IGF and to talk to such a great. Это для меня огромное удовольствие быть в Польше здесь во время цифрового саммита ООН. Я рад, что могу с вами здесь быть, с людьми, так близко к которым тема цифровых изменений. Сегодня я хочу сказать пару слов о том, насколько важна высококачественная музыка и музыкальное образование в мире цифровых технологий и искусственного интеллекта. Мы окружены технологией, живем в мире, в котором со всех сторон к нам добираются различные стимулы. Смартфоны — наши повседневные товарищи, особенно сегодня, в это сумасшедшее время, в которой мы живем. Мы все больше соединены с другими при помощи компьютеров. Я, как вам, наверное, уже известный музыкант, но моя жена и я тоже, мы организовали компанию типа стартап. Мы занимаемся компьютерными интернет-технологиями. Я их обожаю. И так на самом деле я замечаю то, каким образом технология оказывает влияние на жизнь людей. Но все же наши привычки, связанные с пользованием технологиями, изменятся в будущем. Мы можем предположить, что на самом деле искусственный интеллект будет оказывать воздействие на все сферы нашей жизни. Благодаря системам искусственного интеллекта мы будем все время оставаться на связи с передачами аудио и видео. Круглосуточно. Скорость передачи данных будет неимоверно быстрой. Стоит помнить о том, что в нашем уме у нас есть сознательный и подсознательный слой. И если говорить об этом сознательном слое, о нашем сознании, то скорость передачи данных равна от 42 миллионов битов в секунду от 40 до 100 битов в секунду, а передача данных через компьютеры, она еще выше. То есть наш ум может сосредоточиться на нескольких вещах, а наша подсознательная часть, которая обрабатывает информацию еще быстрее, может обрабатывать как бы на заднем фоне, и это все остается в нашем подсознании. Поэтому при всем этом притоке контента мы ощущаем также и музыку. Это то, от чего нам убежать нельзя. Даже если мы прикроем наши уши, звуки к нам будут добираться. Но прежде чем задуматься глубже о связи между музыкой и технологией, стоит дать ответ на основные вопросы. Почему музыка и звуки столь важны для нас, как людей, для наших тел, для нашего организма? Почему это так существенно? Прежде всего, потому что звуки мы обрабатываем быстрее всего. Значит, нам очень легко усвоить звуки. И музыка влияет на наши ощущения, может нас сделать счастливыми, усталыми. Она помогает нам сосредоточиться. И также очень
прямым образом переводится на то, как мы чувствуем себя сегодня. Почему? Из-за частот. Не будем забывать о том, что музыка — это в основном частоты. И если подумать о том, из чего состоит наш организм, то мы придем к выводу, что он состоит из множества клеток, каждая из которых тоже обладает своей частотой, ведь мы говорим о волнах. И если мы научно подойдем к этому явлению, то увидим, что музыка может оказывать прямое биологическое влияние на наш организм. То, что мы ощущаем, переводится на наши мысли, на наше самочувство. Следовательно, то, что мы слышим, оказывает непосредственное влияние на то, как функционирует наш организм, даже то, как ДНК кодирует белки, как белки выстраивают клетки, а клетки строят нас самих. Миллиарды клеток отмирают ежедневно в нашем организме, и они заменяются новыми клетками. И эти новые клетки непосредственно изменяться той действительностью, в которой мы живем. Когда я об этом узнал впервые, то это было для меня нечто неимоверное. Научно было доказано, что звуки, которые к нам попадают, изменяют нас как биологические индивиды. Я как музык осознаю это, и я могу подтвердить, что влияние музыки на наше тело и наш ум неимоверно глубоко. Чем лучше качество музыки, тем больше изменений она может вводить в нашу жизнь и действительно. А что это такое высококачественная музыка? Это та музыка, которая поставляет нашему организму оттенки, несет эмоциональные сообщения. Ведь очень много информации попадает к нам в виде звуков. Будем ли мы музыкантами или нет, это будут вопросы, которые для нас существенны и влияют на нас. Итак, научно было доказано, что музыка оказывает влияние на нашу жизнь, на наш организм, особенно высококачественная музыка. Итак, если мы это знаем, то почему бы нам общаться при помощи музыки низкого, плохого качества, у которого меньше оттенков, которая несет меньше информации? Это можно сравнить с низкокачественной едой. Никто не хотел бы питаться за счет такой едой, разве что семилеток. Поэтому так важно ответить на вопрос, чем является качество в музыке. А даже специалистам сложно дать ответ на такой вопрос. Специалисты говорят, что на самом деле в музыке столько деталей. Это очень часто вопрос вкуса. У каждого есть свои предпочтения. И лучше всего принять доказанным то, что у каждого есть свои вкусы, и о них лучше не беседовать. Мы же будем помнить о том, что если два человека слушают одно и то же произведение, то каждый раз они услышат в нем нечто другое. Так что это субъективный момент, но есть и более объективный момент. Тот момент, который может быть научно измерен, проанализирован. Итак, если принять во внимание два этих слоя, сопоставить их, то на этом основании мы можем делать выводы о качестве данного музыкального произведения, с которым мы сталкиваемся. К сожалению, в 20-м столетии мы имели дело со значительным снижением качества музыки, что привело к тому, что миллиарды людей во всем мире повседневно общаются с музыкой низкого качества. Я не говорю о конкретных жанрах. Могут быть замечательные поп-произведения и могут быть плохого качества произведения классической музыки. Но, как я говорю, во все растущем масштабе сталкиваемся с музыкой, которая определяет чувствительность миллиардов людей в мире, и с этим мы должны справиться. Мы должны обеспечить миллиарды людей в мире доступом к высококачественной музыке. Это очень важная цель, которая заодно и вписывается в цель устойчивого развития номер 3, которая касается благосостояния и хорошего состояния здоровья, а также цель устойчивого развития номер 4, то есть высококачественное образование. Мы знаем тогда, что музыка оказывает воздействие на наш организм,
а высококачественная музыка оказывает лучшее воздействие. А как имеется к этому технология? Как вы знаете, мы стоим на технологическом распутье, все изменяется, технология оказывает все растущее воздействие на нашу жизнь, технологиями пользуются миллионы и миллиарды людей во всем мире. Очень часто мы говорим о том, что вскоре сотрется разница между людьми и машинами. Давайте подумаем об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект сможет в будущем, наверное, сочинять для нас персонализированные музыкальные произведения. Нам не придется учиться об этом, приобретать эти навыки. Представьте себе искусственный интеллект, который нас консультирует по юридическим вопросам или поддерживает нас по вопросам лечения. Даже не придется консультироваться с врачом. Так вот это преимущество, которое еще впереди. Некоторым это может нравиться, другие, может быть, будут вынуждены пользоваться этого типа услугами. Если же говорить о музыке, нам придется задаться вопросом о том, чем является качество, кто будет решать о качестве, будем ли мы решать о качестве или искусственный интеллект, может, наше самочувствие. Нам придется задуматься о том, каким образом привести к тому, чтобы миллиарды людей во всем мире получили обратно ту чувствительность, которая позволяет им осознанно замечать разницу в качестве. Я думаю, что мы этим должны и заняться, и тут выработать решение. В прошлом происходило именно наоборот. То есть люди теряли свою чувствительность, искусство теряло свои оттенки, сокращалось количество заметных различий, а это означало, что мы, люди, все больше становились подобными машинам в этом плане. Мы видим, что технология развивается, искусственный интеллект становится все более распространенным, а на определенном уровне машины даже в нас не нуждаются. Они справляются со всеми своими задачами самостоятельно. Итак, если мы видим, что люди становятся все более похожими на машины, а технология развивается все быстрее, то мы замечаем, что начинаем сталкиваться с серьезной проблемой. И, конечно, поймите меня правильно. Технология создает огромные возможности. И я думаю, что технология может нам помочь в дальнейшем развитии, также в личном развитии. Нельзя тут допустить ошибку. Поскольку это человеческий фактор и вопрос качества также в музыке, это тот слой, который недостаточно еще используется в контексте изменений, с которыми мы сталкиваем. Я не хочу, чтобы мой ребенок вырастал в мире, в котором некачественная еда воспринимается как самый утонченный способ питания. И мы должны все заботиться о том, чтобы формировать свою чувствительность, чтобы мы становились в этом измерении все более человеческими, чтобы мы создавали искусство и музыку преисполненными естественностью и чувствительностью. В музыке, как и в других темах, очень важными являются вопросы ценностей, качества, но и этики. К счастью, есть стартапы, такие как, например, наш, которые занимаются этими вопросами. Мы видим, что технология развивается очень быстро. Это значит, что у нас, людей, очень немного времени, чтобы действовать и функционировать все лучше именно в этом человеческом измерении. Но я хочу сказать, что я, особенно как музыкант, оптимист. Потому что я считаю, что высококачественная музыка может в этих переменах играть первостепенную роль. Я оптимистично смотрю также на молодежь, на молодых людей, потому что я считаю, что музыкальное образование позволяет сформировать им в себе ту чувствительность, которая приведет к тому, что молодые люди, а потом взрослые, будут более чувствительно воспринимать мир, который их окружает. Я думаю, что музыкальное образование является неимоверно важным, практически столь же важным, что образование в сфере финансов, инженерии или математики. Это добавленная стоимость, и
По-моему, предметы из группы STEM, инженерия, математика — это важные вопросы, но мы должны к ним еще добавить вопрос искусства, в том числе и музыки. То есть мы должны говорить не только о предметах из группы STEM, но также и о предметах из группы STEAM, где А соответствовало бы искусству. По-моему, мы должны заботиться о собственной чувствительности и формировать у наших детей естественный интерес к прошлому. И когда в будущем мы посмотрим в прошлое, мы сможем ответить на вопрос, удалось ли в тот период, когда мы живем, найти человеку достойное место в мире, полном технологий, или, может быть, человек где-то по дороге потерялся. Еще раз. Мы должны подчеркивать качество, ценности и этика. Это те вопросы, которые мы обязаны учесть на тех поприщах, которые в общепринятом восприятии воспринимаются как субъективные. Мы можем использовать ценности музыки, чтобы формировать в себе эмпатию, чтобы становиться более счастливыми и более здоровыми людьми. А ведь именно это мы имеем в виду. Сердечно всех благодарю за внимание. Благодарю Польшу.